Добрый день, дорогие мои друзья! Вы на канале Галина Коломейко «Кройка и шитье». Я с удовольствием хочу рассказать вам сегодня о том, что все учебные продукты, какие созданы мной за последние годы для онлайн-образования всех тех, кто любит шить, с 10 июня с 1 июня по 10 июня будут продаваться в два раза дешевле. Только 10 дней. И позвольте мне коротко рассказать о содержании каждого продукта. Вы скажете, что я могу учиться и бесплатно, потому что на YouTube-канале 288 видео только в плейлисте «Уроки моей жизни», плюс еще дополнительные платья для Оли и так далее. Да, действительно, я очень много раздаю информации, так сказать, бесплатно. Но так как это все продолжается на протяжении довольно большого времени, то какого-то происходит это достаточно хаотично. С самого начала я плохо себе представляла какой-то контент-план о том, о чем я буду рассказывать, что мне казалось в какую-то минуту важным. Об этом я и рассказывала вам на Ютубе. И сейчас даже для меня самой найти какую-то нужную мне информацию предоставляется достаточно проблемным, потому что очень-очень-очень и много всего. А тем более для вас. И вы, попадая на мой канал, обращаете внимание на то, что задаете мне уже такие вопросы, ответы на которые есть и сняты мною ранее. И поиск вот этого вот материала становится с каждым разом все более затруднительный. И поэтому, видимо, и поэтому в том числе тоже я создала учебные продукты, в которых разложила все по полочкам и, самое главное, по порядку. Когда вы знакомитесь с самого начала, самым главным, самым необходимым и постепенно, постепенно от простого к сложному идете по ступенечкам, поднимаетесь на тот этаж, на ту полочку верхнюю, где вы получите это свое знание. То есть ваше образование, ваше обучение идет поступательно от простого к сложному, по понятным, совершенно по продуманным, по просчитанным, по цепочке вот каких-то правильных и выверенных моих действий, по системе и по порядку. Вот это самое ценное и это самое важное. Конечно, запихать все в один продукт я не могла, поэтому я разделила это на несколько продуктов. И у вас есть разный совершенно выбор. Вот сегодня я постараюсь рассказать конкретно о том, что есть, что мною предложено для вас, сколько это стоит вообще, сколько это будет стоить с 1 по 10 июня. А вы уже сделаете свой выбор, что для вас важнее, что вам нужно купить в первую очередь, потом, может быть, во вторую, потом, может быть, в третью. Так, первое, что хотелось бы мне предложить вашему вниманию, это так называемая видеошкола. Одно занятие, в которой стоит 500 рублей, а будет оно стоить 250 рублей. Что из себя представляет видеошкола? Кто покупал мои книги, тот знает, что книга, например, сегодня называется «Кройка и шитье». Она состоит, это теоретическая часть, она состоит из теории в основном, где мы учимся снимать мерки, строить вашу базовую основу и в дальнейшем ее моделировать и преобразовывать. Так вот это самый сжатый и самый общий и необходимый, это самое необходимое, что нужно ждать, знать в профессии закройщика, тому человеку, который хочет для себя сделать какую-то выкройку идеальную, да, кто хочет построить еще и брюки, кто хочет построить, научиться моделировать, кто хочет понять, что такое рукав реглан, как строить всевозможные покрои рукавов и много-много чего самого необходимого, самое главное, как еще научиться шить, что при этом нужно знать. То есть это пересказ или иллюстрация, еще можно так сказать, книги. Называется она сегодня «Кройка и шитье». Раньше она называлась «Быть просто и быстро». И еще она называлась «Секреты», «Большие и маленькие секреты кройки и шитья». Это все одно и то же. Так вот, у кого есть эта книга, кто хотел бы получить видеоиллюстрации более подробно, не все можно написать в книге, но гораздо больше можно рассказать в подробных видеозанятиях. Всего там 27 занятий, первое из которых идет бесплатно –
И самое приятное для вас то, что вы каждое занятие можете выкупать отдельно. Изучили одно занятие, перешли ко второму. Изучили второе, перешли к третьему. Не надо сразу покупать все 26 оставшихся занятий, но вы будете иметь подробный, никуда я там не спешу, вот этот вот представленный проект в самых подробных вот таких вот иллюстрациях книги. Я считаю и по отзывам по вашим сужу, что это очень необходимо. Даже если у вас есть книга, если вы занимаетесь в моей видеошколе, в заочной видеошколе, там у нас есть возможность обратной связи, все это подробно вы там увидите и познакомитесь с этим, если пойдете туда. То есть вот такая есть у вас возможность. Пока есть скидки, можно купить всю видеошколу, потому что постепенно будете знакомиться с этими занятиями, с этими уроками, выполнять вместе со мной сначала, потом отдельно на свои мерочки и так далее. Читайте обо всем на сайте. Будет вам, как говорится, радость и счастье и успех. Следующее. У меня есть видеокурс. Он называется «Ваша идеальная выкройка». Вы знаете, стоит он 9500 рублей, а будет стоить 4200. Что здесь? Здесь абсолютно вся полная информация о том, как составить, как построить вашу выкройку. Если у вас нестандартная фигура, как разобраться, в чем ее особенность, в чем ее нестандартность заключается и как нужно, самое главное, изменить вашу базовую выкройку с учетом ваших особенностей, чтобы ваша основа сидела идеально и безупречно на вашей фигурке. И плюс бонусом вот к этому курсу идет большой, огромный курс по тому, как изменить построенную вами выкройку, вашу базовую основу, которая еще не является платьем нужного вам фасона, а только знает все ваши размеры и особенности. Вот добавлен курс по моделированию. Это и рельефы, это и кокетки, это и драпировки, это и защипы. Это другие важные вещи, которые нужно применить уже к вашей уточненной базовой конструкции, если у вас нестандартная фигурка, чтобы иметь возможность построить тот или иной фасон, выкроить тот или иной фасон и затем уже перейти к шитью. Тоже считаю этот курс очень ценным, очень развернутым и очень-очень подробным. Затем шьем ваше плечевое изделие. Здесь уже речь идет, было 5300 рублей, а будет 2650. О чем здесь речь? Здесь речь идет о шитье. Многие из вас привыкли шить по журналам Будда Моден. Кто-то еще по каким-то методикам. Что здесь я вам предлагаю? Когда выкройка уже сделана и создана ранее вами, да, вы переходите к работе с тканью. Там пойдет вот весь цикл работы с тканью делится еще на 12 шагов. На 12. То есть я опять выстраиваю систему. Я опять в подробнейшем порядке рассказываю вам, как и что нужно делать на этом этапе. Как правильно раскроить, как посчитать ткань, как подготовить ее для раскрою, как разложить выкройку на ткани, как ее обвести, какие припуски нужно добавить и так далее, так далее. Там дальше идет перечислять, если скороговоркой, то есть после раскроя идет сметывание, потом примерка, потом внесение изменений, потом стачивание, обметывание, утюжка, а сноровка, что многие не знают, что это такое, да? И после осноровки подрезка мелких деталей, окончание, петли пуговицы плечики, ВТО на готовность. Это скороговоркой о содержании вашего плечевого изделия. Рассматриваются все эти этапы, которые применяются к любому плечевому изделию на примере жакета с вточным рукавом. Жакет приталенный. Вот все вы там можете посмотреть и, опять же, со всеми мельчайшими подробностями. Но что говорить, что вот подобные курсы у моих, как говорится, так сказать, коллег стоят не 5300 рублей, а цифра это уже идет четырехзначная. Я думаю, что вы легко можете это сопоставить и проверить сами, понимая, что мои слова отнюдь не голословны. Дальше. Раскрой жакеты сразу на ткани. Для тех, кто уже работает на заказ, для тех, кто хочет делать это быстро, сэкономить время и получить научиться точному крою,
точному крою, да, и кто знаком с моей методикой, построения базовой конструкции, я подробно сняла урок, вернее, занятие о том, как это делать сразу на ткани. Не надо строить базовую конструкцию на бумаге. Не надо тратить на это время, если она не требует сложного моделирования. Например, простой перевод выточек куда-то в бок, в пройму, в плечо, в кокетку. Вы можете все это сделать сразу на ткани. Вот об этом как раз снято. Это будет полезно тем, кто хочет научиться работать быстро, сократить время. И при этом это будут небольшие широкие мешки, какие-то оверсайз. Это будет приталенный, полуприталенный силуэт. Потому что очень много вещей, которые решаются исключительно на форме, любой цветной материал, который вы возьмете в работу, будет решаться исключительно на форме. Вот и будет у вас вот такое вот приталенное изделие, которое можно раскроить сразу на ткани. Как шить жакет на подкладке? Ну и, конечно, нельзя обойти тему изделий на подкладке. Представлена эта тема. Я шью с вами жакет на подкладке, а на самом деле вы можете эту методику распространить и на пальто, и на платье, и на плащ, и на куртку, на всем, потому что чем пальто отличается от платья или от жакета на подкладке? Только длиной, а технология обработки практически одна и та же. Так вот, там 48 видео, стоило это 7000 рублей, а будет всего 3500. Очень хорошая тема, очень важная, нужная, полезная. Также проходит все 12 этапов, только со своими особенностями. И со сноровкой, и с дублированием, и много-много чего интересного вы здесь для себя найдете и сделаете, опять же, массу открытий. Ну и, конечно, брюки. Брюки от А до Я, сборник из 5 курсов, тоже очень большой. Стоит он 6200 на сайте, а будет стоить всего 3100. Я не буду вдаваться в подробности и повторяться. Просто зайдите, посмотрите, сделайте для себя выбор, погрузитесь на сайте в более подробное содержание и поймете, нужно вам это или нет. Здесь будет абсолютно все, что касается брюк на молодых, на не очень молодых настроенных и на не очень. И пошив будет затронут, и создание вашей выкройки, и учет на выступ животика, как ее подкорректировать, и все, что нужно знать про брюки. Ну и, конечно, наши любимые вами марафоны, которые мы проводили сначала бесплатно, потом за небольшие денежки. Сейчас вот проводим последний марафон по детской одежде. Так вот, прошедшие марафоны мы продаем на сайте по 1000 рублей каждый. А на этот период от 1 числа по 10 июня они будут стоить по 500 рублей. Опять же, все детали, все подробности, пожалуйста, смотрите на сайте kolomeyka.ru. Подробности будут в описании к этому видео. Итак, всего вам доброго. Всегда ваша Галина Коломейко. Желаю вам приятных покупок.